Ребят, всем привет! Ну, короче, понеслась всякая всячина по кочкам. Перед просмотром видео обязательно поставьте лайк. Больше нихера нам не надо. По большому счету работаем только из-за одних лайков. Погнали смотреть. Бронируем товар, все то же самое. В описании к ролику есть, что там, правила, короче. Почитали внимательно. Гляньте, как сфокусировало. Цвет такой яркий, желтый. Шикарно. Короче, ладно. Костюм на обзоре, ребят, его цена всего лишь, сразу буду говорить цены, а потом буду рассказывать, если кому надо, слушает, продолжает, кому не надо, пролистал дальше. Значит, костюм на обзоре 450 рублей, хотел сказать. Его цена, смотрите, размер, расстояние и все дела, он абсолютно новый, значит, 104 на 108, непонятно, что это. То ли талия, то ли жопа. 182-188, это размер... В высоту, скорее всего. Ну, что-то такое. Значит, костюм и штаны. Состояние абсолютно новое. Штаники и цвет. Все такое синее, сексуальное. Знаете, такое вот ролевые игры. Просто на высшем уровне будет, ребят. Значит, это как бы шахтер или сантехник, или электрик. Короче, в этом костюме можно быть кем угодно, но только не суперменом. Погнали дальше. Ребят, смотрите. Это, короче, пазлы. Хорошая вещь. Они такие мелкие, детские. Все там, короче, вы поняли. Охренеть можно. Просто собирать всю жизнь можно и никогда не собрать. Вещь хорошая. Разбросали по хате, потом задолбите собирать. Хорошая вещь для того, чтобы заняться. Ну, там, когда нечем заняться. Очень таки интересная, и она, ребят, скажу честно, тут прям Москва написано, нержавейка, ЗМ, что-то там. Короче, она такая вот, вот тут вроде, вот я гляжу, новье, ребят, она жесткая, массивная такая. А ручка, такое ощущение, ну как будто не брались и немножко пользовались. Я, короче, так вам скажу, думайте сами, ее цена всего лишь 75 рублей. В чем еще прикол, что здесь нету вот этих вот заклепок, которые могут царапать, да? Здесь вот оно обычное, все просто и красиво. Заклепки с этой стороны. Хотите, сами думайте, надо вам эта вещь или нет. А то уговаривать там что-то еще. Типа, это ж новое, пожалуйста, за это. А нахер оно? Надо забирать. Лопатка, ребят, советская такая, опаньки, раз, два, три. Со всех сторон, быстро не крутить, ну да ладно, а также же время тянется. Хотите, 25 рублей, она абсолютно ваша будет. Ножницы, ребят, все абсолютно чик-чик, работает жестко, классно, режут, шикарные, хорошие, не раздолбанные, но они советского образца. Кому какая разница, советский образец, это даже лучше, чем сейчас. Хотите, пожалуйста, а, я же говорил цены говорить раньше. Ну да ладно, я солгал. Ребят, цена 150 рублей, абсолютно шикарная вещь. Пожалуйста, лопатка. Еще одна, но уже попроще, помягче чуть-чуть. Но тоже советская, зараза. Хорошая, ребят. Хотите, 20 рублей, она будет ваша. Длинная такая. Раз, там все дела. Ну, как надо. Оладушки попереворачивать. Пила, ребят, сексуальная. И она со съемной штукой-дрюкой. Сняли, наточили, опять поставили. Она вот такое ощущение, как будто ни разу не пользована. Ручка дюралевая, крепкая, советская. 150 рублей. Ее цена всего лишь. Хотите? Хотите? Забирайте. Ну, там типа все там красиво. Ребята, пацаны работают. Там ля-ля, вот так вот. Четочки. Все модный, короче. Кто возьмет, модный на деревне будет. Самый максимально. 50 рублей оно будет ваше. Что-то ты, херня висит. Хвост лошади. Ля-ля-ля-ля. Или какого-то, знаете, с лобка сорвали. И сюда прицепили. Ну, надо же было так испортить такие классные шарики вот такой вот ерундой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какое-то живое, что ли. Дальше. Там просили, ребят, вот, пожалуйста, открывашка, выравниватель для крышек. Честно говоря, зачем она вам? Ну, я не буду спрашивать, в принципе, да? Ну, если что, крышки можно купить, зачем выравнивать? Ну, если надо, пожалуйста, для вас всего лишь 50 рублей. И она будет ваша. Ребят, такая штука надо. Очень-таки интересная штука. Дротики там бросать, смотрите. Хорошая, интересная. С этой стороны вот так, а с этой стороны
все как бы классика, шикарная вещь, плотненькая, такая вещь тяжеленькая, знаете, кидаете, оно вставляется, короче, и все классно, смотрите, закручивается в клубок, он самостоятельный, видите, он сам все, что нужно, делает, вы только говорите, а он делает, хотите 200 рублей, оно будет ваше. Дальше, ребят, минажница. Это просто, ну она хорошая, вот так вот в размере, где-то около 35 сантиметров, достаточно большой, значит их раз, два, три, четыре, пять, и плюс корзина, все новое, 350 рублей, массивные, хорошие, вот прям на стол подаете, не знаю, может для запекания, скорее всего можно использовать, потому что это все плотно, классно, красиво и для СВЧ, и для печки, и для просто салатики разложили, любые салаты на выбор, ваши гости прожорливые будут выбирать. Вы представляете, что можно замутить? Реальная вещь хорошая. Пожалуйста, торгуйтесь. Кстати, я забыл с начала ролика сказать, что на данный товар можно торговаться. И причем это абсолютно бесплатно. Смотрите, что должна знать каждая женщина. Ну, типа, наверное, каждая женщина, когда там родит, никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Это лично мой совет. Никогда маленького не оставляйте. Вот это единственное, что надо знать. Остальное надо просто уметь, ёп, а нечего читать эти книжки. Надо просто вот родился и сразу умеешь. Дальше, ребят, смотрите. Ну, такой ключ небольшой. 41 на 44. 41 на 46. Хороший такой, да, советского образца. И его цена где-то колеблется около 150-125 рублей. Конечно же, вы можете поторговаться и забрать товар дешевле. Дальше, ребят, хорошая вещь, хорошая. Это конь. Конь пустой, но это как вот, знаете, бутылочная, подарочная. Пипку сами найдете, палец. Все, что угодно туда можно засовывать и закрывать, если вам это надо. Смотрите, красиво, классно, всего лишь 200 рублей. Я не уверен, что кто-то его закажет, но тем не менее показали, возможно, кого-то заинтересует. Все целое, со всех сторон я посмотрел и удивился, как же оно все это целое осталось. Молоток, ребят, шикарный. Все, вот видите, оно такое ощущение, что ни разу не пользовались. 100 рублей для вас всего лишь. В магазине по 150 такие. И нужно еще торговаться. А тут 100 рублей и можно торговаться. Круто, да? Сам в шоке. Надо вот такая вот вещь. Надо. Всего лишь 50 рублей. Прицепили. Теперь не надо тягать эти ножки там большие. Всякие к стене привязали вот так. Смотрите, опаньки. Все, раздвинули максимум, вешаете одежду. Советский образец, 50 рублей. И, конечно же, можно поторговаться и забрать товар дешевле. Дальше, ребят, очень такие интересные вещичка. Не знаю, как кому, но мне лично нравятся такие, знаете, вещи такие. Не каждый день бывают. Ее цена всего лишь 550 рублей. И, конечно же, это все новенькое. Трещоточка, насадочки. Тут крутил, вертел со всех сторон. Можно туда-сюда выгибать. Плюс еще, вот видите, набор для, как отвертка. Использовать можно, ну, интересная, правда, вещь. Пожалуйста, хотите... Забирайте, можно поторговаться, конечно же, и забрать товар дешевле. Чайник, ребят, я его не проверил, короче, не было времени. Я вот так вот открываю, автоматика, нажимаете там на кнопку, сама открывает дверку, прикинь. Вообще, как будто на доводчике. Значит, что мы имеем? Сетку, конечно же, Вот такая там сеточка. Состояние его БУ я нихера не проверил, как я уже сказал, но тем не менее. Если что, его цена всего лишь 150 рублей. Опа, так снимается вот эта штука. Он тихо работает, но... А как ты знаешь, что он тихо работает, если я его нихера не проверял? Ну, подобные такие вещи мы уже проверяли, мы уже продавали. И мы знаем, что вот эта спиралька, она работает тихо. Она не гудит, как паровоз, когда нагревается блин, который типа вот сейчас современный. Хороший, интересный. И, пожалуйста, можно будет... поторговаться и забрать товар дешевле. Дальше вазочка очаровательная, высокая, ну скажем так, 20 сантиметров. Она такая без сколов и трещин, вся такая из себя, нихера себе, модная, красивая, но немножко потасканная. Конечно же, со всех сторон есть немножко какие-то дефекты. Дефекты в плане, ну там,
воду наливали, и вроде как мел остался, да, там по краям. Но помыть, отстирать, хорошая вещь, всего лишь 150 рублей. Она типа из какого-то чехословацкого или богемского, там все дела, стекла. Надо, пожалуйста, селедочницы, шикарные, смотрите, тут прям написано, хрен его знает что, но написано. Пожалуйста, они новенькие, вот вам клеймо, если хотите, каждая из этих по 30 рублей. А их днем с огнем не сыщешь. 7 штук. Хотите? Пожалуйста, поторгуйтесь и заберите. Какой непревзойденный графин, ребят. Здесь все абсолютно целое. Вот так. Вот он, видели? Золото. Какая-то крошка, прям напыление. Вот это я понимаю графин. Возьму, наверное-ка, я его себе. Его, конечно, цена всего лишь 250 рублей, но если кто-то не возьмет, кто-то — это вы, наши подписчики. Потому что для прихожан он, скорее всего, на полку не станет. Я его заберу себе. Так уж и быть, порадую себя коньячком, налью сюда такой раз и забухал. Хорошая вещь, ребят, надо, пожалуйста, пока есть, потом не будет. 50 рублей. Такое, знаете, состояние. А что ему будет? Оно такое, знаете, не царапается, не бьется. Хотите, забирайте. Ребят, ну как бы вот такая вот вазочка. Да, это бэушная, но она блестит красиво, видите, чистенько, аккуратненько. 125 рублей. Ножи из Мельхиора, но здесь такое выбито, ребят. Я вот не могу понять, что это за надпись. Вам, конечно, это будет не видно. Но там прям выбито. Короче, это интересные ножи. Вам они обойдутся. Их всего 4 штуки. Хотите, всего лишь по 100 рублей за каждую. Но можно будет поторговаться и забрать товар дешевле. Хотите, 125, вазочка, молоко, все дела. Классная, красивая ваза. Дальше. Нужны вот такие вот вещи. Это, короче, очень много, видите. Оп, оп, бусы там, все такое. Вот это все 50 рублей. Сняли. Надо вам для себя чего-то там украсили. Никто не поймет, что это не натурально. А пластиковые кружочки, ну они достаточно красивые. На шею повесили, на груди висит. Просто как шикарная вещь. Шикарно будут дополнять ваши. Ну все будет там дополнять, короче. Максимальный секс просто. Смотрите, шикарная, просто непревзойденная. То ли пепельница, то ли еще что-то. 50 рублей она будет ваша. Сколов, трещин там быть не может. Я проверил, короче. Тема, короче, хорошая, вот с хрусталем пошло дело, потому что холода, и начали брать. Да, я понимаю, подписчики нихера не берут, но прихожане приходят и прям аж захлеб. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Кто последний за хрусталем? 150 рублей. Охренительно, с зубьями. Ребят, вы подумайте, в магазине будет 200. Еще и поторговаться можно. Пепельница. Она огромная, вот они, выемки такие для сигар. Опа, так положили со всех сторон. Сидите там, типа, решаете проблемы максимально там на уровне города, все дела. Хрустальная, шикарная. 150 рублей всего лишь, она правда тяжеленная. Ребят, кажется, она маленькая. А на самом деле, ну вот моя рука, вот она. Гляньте, она прям, ну, огромный кусок камня просто какой-то. Надо, пожалуйста. Вот подошли максимально к тому, что очень мне нравится. Это чайник. Я присяду, потому что уже в ногах правды нет. Посмотрите, насколько он очарователен, непревзойден, потому что такой чайник у нас впервые за всю историю нашей деятельности. Смотрите, внутри абсолютно все новое. Здесь не смотрите, это все от старости. Тут еще такой, знаете, налетик, который стирается. Можно его вытереть, ну нафиг убрать. Смотрите, опа, оп, он огромный по отношению даже к вот этой вазочке. Посмотрите, какой он очаровательный. И вот оно дно его, надо вам. Смотрите внимательно, его цена всего лишь 600 рублей. Крышка тут такая шикарная, максималочка, вот так вот раз, все, пожалуйста. Хотите, какие тона, фиолет, просто гламур, сидите, отдыхаете, убираем в сторону и идемте дальше. Ребят, смотрите, вот такой чайник, это тоже хороший чайник, это вообще навье, это реально ручная работа, это просто максимально сидите и...
ну, я не знаю, удовольствие получаете от того, что просто смотрите. Я вот смотрел, думаю, да продам я его хренам. 200 рублей его цена, если вам это надо, забирайте. И последнее, что у нас в принципе, предпоследнее, это вот такой вот для пельменей или супник. Ну, скорее всего, пельменница. Гляньте, 12 рублей раньше стоил, поросень хорошая. Ребят, это вам обойдет, это джекпот. Это все рисованное по ходу пальцами, руками, чем только не рисовали, лишь бы не кисточкой. Цена всего лишь 350 рублей. Новый, абсолютно. Ну и последнее, что у нас есть, это вот такой вот очаровательный обогреватель. Да-да, вот вы не ослышались, смотрите. Опаньки такой, включаете в розетку, у вас вот это висит, вы стали жопой к нему. Такое ощущение, что к вам подошел мужчина, максимально горячий, такой теплый, теплый, горячий, разные вещи. Ну ладно. Короче, максималочка, эта вещь очень интересная. В офис, в магазин, в какой-нибудь закуток, где вы сидите и дуба даете от холода. Поставили, включили в розетку, все, жопа в тепле. А что вам еще надо? Ну, лично нам немерено бабок, еще столько же вдобавок. А вам тепла достаточно, вот видите. Пожалуйста, хотите? Всего лишь 500 рублей. Такая вот картина с обогревателем советского образца. Пожалуйста, ребят, вот, собственно, вся всякая всячина. Я вам хочу порекомендовать подписаться на наш канал и поставить лайк, чтобы не пропускать подобное видео и впредь. Наши видео выходят практически каждый день. Практически это в смысле в обед в 12 часов и в 20:00. Как обычно, все это дело можно бронировать в комментариях, торговаться, предлагать, писать, да что угодно, лишь бы вы разгребали и успевали. Если кто-то не успел, не обижайтесь. Я вам скажу так, ваше от вас не уйдет. Подписывайтесь, чтобы ни хера не пропускать. Всем пока.